Сегодня мы с вами присутствуем на замечательном мероприятии. Это 4-й международный слет, фестиваль «Моторы войны». Это слет реконструкторов и коллекционеров военной техники, проходящий недалеко от Москвы. Это военно-технический слет, то есть где люди патриотично настроенные, которые коллекционируют технику, через которую изучают историю своих дедов, своей страны. Данное мероприятие является одним из самых значимых. Для тех, кто любит автомобили военной и довоенной эпохи, участие оно просто необходимо, потому что здесь собраны все люди, которые единомышленны в этом вопросе. В этом году Wargaming стал генеральным партнером мероприятия. Мы участвуем в историческом ралли. Для этого организаторы предоставили нам замечательный броневичок, куда мы погрузились и отправились в поездку. Надежный аппарат. Люди приехали со всех уголков России. Много семей приезжают прямо с детьми. Больше всего меня здесь впечатлило разнообразие стран-участниц и представленных образцов вооружений. Как правило, если вы приедете на подобное мероприятие в Америке, там будет разная немецкая и американская техника. А тут, к примеру, есть два действующих японских танка. Я не шучу. Реконструкция боев на Хохенголе. Это единственная в мире реконструкция, которая проводится с участием действующей японской техники. Упор нашего слета делается на то, чтобы была представлена 100% аутентичная и оригинальная техника. Основной посыл нашего слета фестиваля – это не дать повториться этой войне. И сказать спасибо той технике, которая нам тогда помогла.